Хочу наглядно показать, как держится краска, когда не грунтуешь поверхность. То есть некоторые говорят пройти жиденькой краской. В данном случае вот здесь вот у нас, вот я прохожу, рука белая. Она вообще не держится. То есть нужно такую краску по-любому счищать. Вот. И, соответственно, есть вероятность, что она со временем, вот эта вся краска сойдет. Но так как мы ее все равно счищать будем. Вот. Ну просто я к тому, что некоторые говорят, жиденькой краской пройтись, как грунтовочной. И потом будет все в ажуре. Не стоит так делать. Потому что вот я прошел, у меня рука белая. Вот такие дела. Здесь получается везде надо так счищать.